Явление происходит в конце 19-го, начало 20 века. Вдруг цветом и цветком, самым главным, становится сирень. Вот все в начале века в обычных вещах слышат что-то страшное, которое придет потом. Да, вот это страшный мир, он для сердца тесен. В этой-то красоте, вот в этом-то Петергофе, залитым солнцем, аллеями тенистыми и сиреневыми кустами, они вдруг видят что-то наступающее ужасное. Это свойственно очень многим. И для Блока лиловые врубелевские миры, Врубель, кстати, живет в Петергофе на даче, немножко раньше, конечно, становится каким-то значимым светом. Это удивительно. Удивительно, потому что предчувствие, будущее отбрасывает свою тень на настоящее. Если великолепная сирень, особенно в таком сочетании, как здесь, потому что разный цвет сирени, и вдруг увидеть наступающий ужас, трудно себе представить, но так и было. А вместе с тем, что может быть лучше июня и вот такой сиреневой аллеи, которую больше нигде не увидишь. Вот это самый настоящий и великолепнейший Петергоф. Шла Первая всемирная война. А в петергофских парках тишина, Александрия светом не сияет. Это стихи Иды Напельбаум. Она вспоминает свое детство в Петергофе 1915 года. Итак, первые годы войны. Петергоф пустеет. Это уже не императорский Петергоф. Николая II и членов императорской семьи уже здесь не будет. Это становится декорациями, скорее, императорского Петергофа. Но, тем не менее, он живет. И вот Ида Напельбаум очень хорошо пишет. И лишь фонтанов золотой каскад свой продолжает праздничный парад. Но в это идилличное панно ворвалось необычное пятно. Наперекор устоям парков мира, у самой балюстрады Мон-Плезира, шел черный полированный мотор. А за стеклом в воздушных белых платьях две старших дочки русского царя. Что же это был за черный полированный мотор? И кто же там сидел за рулем? За рулем сидел шофер в какой-то иностранной фуражке. И сидели две девочки. Вот это был Ольгин день, который Маша и Ольга любили отмечать в Петергофе. И вот для нее вот этот черный мотор, который ворвался сюда неожиданно в Петергофский парк, если может быть не положено, это вот яркая символическая деталь. Все. Эпоха меняется, все перевернется. Кончится не только имперский Петергоф, но в это время примерно заканчивается серебряный век русской поэзии. Второй год войны. Все притихло здесь, опустело. Но кое-где дачи светского общества заселены. Как обычно, на боковых дорожках скачут верхами молодые пары, идут концерты в парке, спектакли в деревянном театре в районе Бельведера. Наш дом стоит в центре городка. Он двухэтажный. Из садика наверх ведет наружная висячая изогнутая лестница. Точно это на юге, в Крыму или в Грузии. Ида Напельбаум появилась в Петергофе потому, что ее отец снял фотоателье на центральном проспекте Петергофа-Романовском у бывшего придворного фотографа. И Ида на всю жизнь запомнила, что когда они вошли в это фотоателье, то везде валялись фотографии императорской семьи, одну из которых она, как она пишет, врезалась навсегда и в память, потому что там изображена была императрица, она сидит на диване, рядом два маленьких пуфика, и там сидят две младшие дочери, а на руках у императрицы цесаревич Алексей, совсем маленький. Но она запомнила больше всего то, что под цесаревичем Алексеем такая пеленочка, которая ее растрогала. Так вот, они живут здесь, но Напельбаум мы знаем, что это один из самых великих фотографов 20 века. В 1925 году в Париже на Всемирной выставке он получит первую золотую медаль за свои фотографии. Напельбаум снял всех выдающихся поэтов и художников начала 20 века. И всем известен его последний портрет Александра Блока 21 года, того Александра Блока, который очень часто
гулял в Петергофе. В Монплезире, посещая Монплезир, он записал в дневнике: «Красиво и грустно, грусть и печаль». Вообще странная либеральная атмосфера царит в Новом Петергофе. Актрисы зовут отца маэстро, да он и впрямь таков. Он умеет польстить женщине, которая ему позирует, сказать ласковое слово. Женщина сразу, как цветок под лучами солнца, раскрывалась, хорошела, расцветала. О, если бы узнать, что говорил Леонардо, рисуя Джоконду. Отец шептал женщинам комплименты, касаясь их плеч, когда подправлял, когда искал интересное освещение. Каждой казалось, что только ей принадлежат его слова. Памяти на лица, на имена, как ни странно, у отца не было. Он попадал в ужасное положение, когда та же дама появлялась, уверенная, что он ее запомнил на всю жизнь, вела разговор, полный намеков, а он не знал, как выпутаться, и бежал к жене. «Ради бога, кто она? Напомни имя, фамилию». А мать смеялась. «Вот не скажу, объясняйся снова». Но подсказывала. Она не ревновала. В 1888 году здесь приобретает участок и строит дом никто иной, как начальник сыскной полиции всего Петербурга Иванов. А у него взрослые дети. Все они унаследовали талант отца. Отец любил театр, и дети больше всего любили театр. А ведь мы же понимаем, что актер – это всегда сыщик. Он должен распознать замысел автора и обмануть зрителей, для того, чтобы этот замысел стал явным и очевидным. Конечно, сыскное отделение и театр имеют нечто общее. В конце 80-х и начале 90-х годов они ставят водевили, легенькие. А вот уже во время Серебряного века они ставят серьезные пьесы. И в частности, здесь была одна из первых постановок пьес «Горького мещанина». А начинал свою артистическую карьеру весьма симпатичный студент юридического факультета Петербургского университета Василий Иванович Качалов. Вот здесь, в «Зайчьей ремизе», в театре Раевых. Потому что, естественно, Иванов взял себе фамилию, театральную фамилию Раев. И вот наш с вами фотограф Напельбаум, ателье у которого в центре Петергофа, он ходит сюда, на эти постановки, и фотографирует актеров. И выставляет в витрине своего ателье, в результате чего и театр становится все более и более популярным, и сам Напельбаум. В то лето мы, дети, начали учиться езде на велосипеде. Своих у нас не было, но возле парка был павильон с прокатом велосипедов. Я, должна признаться, никак не могла освоить все приемы и не умела начать движение, сесть на велосипед. И мне приходилось подводить велосипед к скамейке в парке и, поднявшись на нее, садиться в седло и отталкиваться. Хороший знакомый Блока Пяст, который замечательно знал эти места петербургские, он решил сделать Блоку подарок. Они на вокзале в Петербурге сели в поезд с велосипедами, затем вышли на станции Старый Петергоф и через Английский пруд по Заячьему проспекту на Садовую улицу, затем через Розовый павильон и на Бельведер. Велосипедный спорт был очень развит в Петергофе, и многие совершали такие поездки. Пяст запомнил забавное название велосипеда Блока. Блок называл свой велосипед «Васька». Вот эту поездку Пяст запомнил на всю жизнь, и подарок его, несомненно, удался. Однажды в студию пришел юноша, чтобы сфотографироваться для документа. Вероятно, отец как-то по-особенному посадил и осветил его. Клиент получил и унес фото домой. А спустя время к нам в дом ворвалась полная дама с криком и возмущением. «Что вы сделали из моего сына? Он выглядит на фото, как арестант!» Отец просил ее успокоиться, объяснял, но она не слушала. Тогда отец вернул ей деньги и велел покинуть наш дом. Скоро к калитке подъехал ее муж, полицмейстер. Напельбаум попросил свою жену: «Пожалуйста, прими этого человека, здесь будет что-то нехорошее». Вышло замечательной красоты. Жена Напельбаума с ореховым гребнем в пышных волосах и стала беседовать с пришедшим. «Мой муж художник, понимаете, он не делает простых фотографий, где было бы просто сходство. Он выявляет натуру, а для этого нужна большая работа, нужно освещение, нужно подобрать позу. Вот все это он сделал и сделал художественный портрет». Но история имела непростое окончание. После того, как жители Петергофа, особенно полицейские, узнали,
что фотограф выгнал из дома всесильную жену полицмейстера. Его полюбил весь город. Когда они сюда, спускаясь у шахматной горы, подходили к Петру Первому, а там стояли полицейские у Петра Первого всегда, у памятника Петра Первого Антокольскому, то полицейские отдавали честь. Пройдут годы, и герои и писатели Серебряного века Константина Вагинова с горечью заявят: «Мы – последний остров Ренессанса. Для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне. Мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока. Башня была самая реальная, уцелевшая, от купеческой дачи в послереволюционном Петергофе». «Мир не дан, мир задан», говорит философ в романе Вагинова «Козлиная песнь». Имеется в виду то, что мир – это вопрос, обращенный к нам. Вот герои романа Вагинова обошли весь Петергоф. Потому что Петергоф для Вагинова – это есть некая точка, где еще сохраняется, но одновременно и гибнет та культура, которая была создана в предыдущие времена. Вот герои-то Вагинова сюда идут поздно ночью, луна. Вагинов пишет, что над дворцом Бельведер был магометанский серп. Это редкая картина. Константин Константинович Вагинов входит в круг таких людей, как Бахтин, который очень высоко ценит его творчество, Пумпянский, литературовед. Это все герои его романа «Козлиная песнь». Гениальная пианистка Юдина, огромный том воспоминаний, который вышел совсем недавно, где упоминается герой. И признание и слава настигла Вагинова тогда, когда он написал свой вот этот роман «Козлиная песнь». Вообще-то это цитата из Марка Аврелия, ну а «Козлиная песнь» – это сатира. Сатира заключается в том, что изображаются вот те люди Серебряного века, которые накопили огромную культуру. Примерно как было в Александрии когда-то давно-давно. Это люди, которые знают всю мировую культуру, которые говорят на латинском, греческом, санскрите, для которых 13-15 возрождение, Ренессанс – это все вещи хорошо известные и знакомые. А теперь вдруг наступила такая эпоха, когда возникает вопрос: а зачем все это надо? Ведь теперь все новое. Новая эра, новые времена, новый строй. И все вот это кажется никому не нужно. По Вагинову получается так, что они ищут башню из слоновой кости. Вот где бы они уединились, вот там шумят пионеры, комсомольцы, лозунги, догматическая эпоха. Вопросы все решены, ответы найдены. Осталось только немножко что-то сделать. Победить каких-то противников, уничтожить какое-то кулачество как класс, построить какие-то плотины, все будет замечательно. А вот эти люди не нужны этой эпохе. Они ищут вот эту башню из слоновой кости и находят. Это башня Петергоф. Внизу цвели запоздавшие ветви сирени. В комнату проникал фиолетовый свет. Там вдали мерцало море, полное развенчанной, но сохранившее очарование для присутствующих луной. Перед морем фонтаны стремились достичь высоты луны разноцветными струями. Сирень в декадентской поэзии играет совсем другую роль, чем она была раньше. На самом деле ведь сирень – это просто традиционные цветы русской усадьбы. Один из поэтов, который особенно любит сирень, это Игорь Северянин. Северянин живет у нас в Петергофе и на даче, и главное, он служит в Каспийском полку. До него в этом же полку служит Нацар. Северянин уже человек начала века, и имперский Петергоф, императора его не интересует. Не принято писать об императорах в начале 20 века. Поэтому, когда он хочет упомнить эти места, он пишет, мелькали 9 лет, как строфы, дачи ряды, все эти стрельны, петергофы, и павильоны, и пруды. Спокойное отношение жителя Петергофа. Ну, а знаменит он стал благодаря тому, что кто-то привез Льву Николаевичу Толстому его стихи, где было написано, что «вонзите штопор в упругость пробки, плесните в чаши янтарь муската». Ну, Толстой прочел, говорит, извините, это полная ерунда. Его мнение было опубликовано во всех газетах, и с этого дня Северянин стал знаменитым.
Его приглашали во все журналы, выступали. И нужно сказать, что к 20-м годам он действительно стал писать хорошие стихи. Но придумал мороженое из сирени. Вот дальше некуда. Разносчик говорит, не надо покупать крем-брюле и все прочее. Покупайте мороженое из сирени. Сирень он увидел странно. Он сказал, что сирень – это символ сладострастия. Сирень – сладострастие эмблема. В лилово-изнеженном крене зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок. Мороженое из сирени, мороженое из сирени. Эй, мальчик со сбитнем, попробуй. Ей-богу, похвалишь, дружок. Это было удивительной красоты место, застроенное архитектурными сооружениями, которыми могла бы похвастаться и Швейцария. Такие здесь стояли замечательные виллы. Именно на такой даче и собирались герои романа Вагинова «Козлиная песня». Очень хорошая была компания. Хорошо они писали об этом. И мы видим это по фотографии. Здесь всегда был только чай, варенье и печенье. Это они называли «чай и дым». То есть они пили чай и курили. Чай и дым – такая характеристика их было собраний, где они философствовали и поднимали сложнейшую религиозно-философскую тему. Потому что люди были, с одной стороны, очень веселые, а с другой стороны – очень умные. Философ играл на скрипке. Внизу по аллее фонтанов шел комсомолец. У него были глаза херувима. Комсомолец играл на балалайке. Философ вспоминал Марбург, свою поездку по столицам западноевропейского мира, о том, как в Риме он опустил скрипку и отвернулся в фиолетовую ночь. Вся компания сошла вниз, в парк. По-моему, прервал молчание философ, должен появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства. В 1891 году в семье Шилейко, который служит исправником в Петергофе, рождается сын Владимир. Он поступит в Петергофскую гимназию, окончит ее с золотой медалью, напишет в возрасте 21 года свою знаменитую, нашумевшую на всю Европу книгу «Вативные надписи шумерийских правителей». В предисловии к своей книге, которую мало кто может понять, не изучая шумерийскую и вавилонскую культуру, он выражает благодарность преподавателю гимназии имени Александра II Михаилу Михайловичу Измайлову. Это тот самый Измайлов, который к 250-летию Петергофа написал «Путеводитель» о Петергофе на русском и французском языке и снял множество точек в Петергофе, которые затем были разрушены, и мы знаем только по этой книге об этих местах. Бельведеру повезло. Во время войны его не разрушили. В школе я случайно прочел стихотворение Лермонтова, строчки которого навсегда мне врезались в память. «Моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил». Вот когда я приходил сюда летом и видел эти заросшие травой ступени, почему-то эти строчки всплывали в моей памяти. Это же царственные могилы. По этой же лестнице поднимается Александр II с Екатериной Долгорукой. Сюда приезжают императоры, сюда приезжает Николай. Это же вообще царственное место. Место не только как самая финальная точка петергофских парков, но это еще и императорский дворец, куда они ездят. Пить чай, в частности. Да, вот эти ступени, они остатки культуры. Живые при всем при том, хорошо бы, конечно, отреставрировать, но и в таком виде они создают какую-то особую прелесть. Культура погибла, но не ушла. Она все время светится, она прорастает, как души из земли. Весь Петергоф обойдут герои романа Вагинова и придут и сюда непременно, потому что это нельзя не посетить такую точку, как Бельведер, самая такая удивительная по своей внутренней красоте. Что касается романа Вагинова «Козлиная песнь»,
то там есть две героини, сестры. Они поэтессы. Одна как бы пишет о печальном жизни, а другая, наоборот, о радостном жизни. Так это на самом деле две дочери Нопельбаума. Фредерика и Ида. Вот та самая Ида, которая оставила эти замечательные воспоминания о Петергофе времен Первой мировой войны. Шла война 14-го года. Армия нуждалась в постоянном пополнении. В Петергофе находилась школа прапорщиков. Офицеры жили на частных квартирах, гуляли в парке. Ида Нопельбаум вспоминала. Они интересовались фоторабами отца, сами фотографировались и приводили товарищей. Один сделался маминым поклонником. Мама заказала ему, чтоб прапорщики, приближаясь к нашему дому, пели ее любимый романс. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную. Понять ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Это настоящие символистские стихи. Мы понимаем, что здесь это в мире дольнем, там это мир горный, но это частично относится и к той, к которой обращены эти стихи. Любовь Александровна Дельмас. Александровна великолепно исполняла роль Кармен в опере Бизе. И Блок влюбился с первого спектакля. Это было в 13-м году. А в 14-м году он очень часто приезжает в Петергоф. Почему? Потому что его отчим, Кублицкий Пятух, он командир полка. Полк расквартирован в Петергофе и должен из Петергофа уезжать на фронт. Так вот, Блок вместе с Любовью Александровной приезжает в Петергоф. Они идут на вокзал Нового Петергофа и видят, как этот полк грузится в стоящий состав. Солдаты кричат «Ура!». Об этом Блок пишет стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем». Это, кстати, никому неизвестный факт. Но гораздо позднее, уже в 1919-м, Блок чувствует себя очень плохо. Он болеет. И все-таки он ездит сюда. Добирается он до Стрельны, потому что он живет на Офицерской улице. А рядом, совсем рядом, там кольцо трамвая, которое идет отсюда прямо в Стрельну. Он приезжает в Стрельну и идет вниз по паркам к морю. И чувствуется, что здесь он как бы оживает снова. Он чувствует конец, чувствует финал. И тем не менее, когда он ходит по этим паркам, он временами оживает. Впечатление и от Монплезира, и от Петергофа. С одной стороны восторг, а с другой печаль, печаль, печаль. Во мне под влиянием неблеклых цветов и травы снова проснулась огромная птица, которую сознательно или бессознательно чувствовали мои герои. Я вижу их стоящими вокруг меня в воздухе. Я иду в сопровождении толпы в Новый Петергоф, сажусь у моря, и в то время, как мои герои возносятся над морем, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними. Thank you.